Ребят, всем привет! С вами Денис, вы на канале «Чтобы выжить». Ну что, сегодня сходил, залечил зуб. Хотели без укола делать, у меня мышьяк еще сочинский стоял. В общем, платные 150 рублей, я думаю, блин, в Сочи 500 взяли. И то подействовал кое-как со второго укола только. Вещи еще не разложил, не знаю куда, печка затоплена. Угли прогорели, ну, может быть, еще приеду, не знаю, когда приеду, топить придется. Одну топку сегодня сделал, на большую, но что-то подостыло. Еду в Нижний Новгород 200 километров, не знаю, просто прокатиться, посмотреть, что с заказами, может, до Кстова доеду. Че, как, в общем, такая цель-то и была. Немножко сонное состояние, не могу, может, акклиматизироваться. У меня так было в первый приезд, когда я прилетел на самолете в декабре, что ли, в ноябре, или тоже постоянно спать хотелось. Может, просто плохо себя чувствую, может, кто его знает, может, воздух другой, в Сочи же кислорода больше, типа. Поедем потихонечку. Все, ключи взял, печка закрыта, заслонку задвигаем до конца, заслонку задвигаем. Потому что деревня деревней. Ой, господи, башка кружится. Зарабатывать-то надо как-то, ребят. Темнота дух молодежи, да? Что за фигня-то? Откроем, чтобы света было побольше. Закрываем свой дом и поедем мы в Нижний посмотреть, как же там нам работать в такси. Так, почему ключ не подходит? Вчера звонил товарищу. Ой, ребята, башка кружится, ничего страшного. Звонил товарищу, заказ был 50 рублей. 50, 74, в общем, ничего хорошего. Но меня это никогда не пугало. И что ныть-то? Как я всем говорю, хуй моя тачка. Хочешь катайся, хочешь не катайся. Я забуду слова, я забуду обиды. А ключи-то я взял. Все, дом закрыли. Я прощу даже в том, что не стоит прощать, но другим никогда, видит Бог, я не буду. Опа-на! Всем привет еще раз. Ох, ветрище сегодня. Хорошо, что не надо заполнять путевые листы. Так, 26 на газу. Ну, в принципе, пускай так и будет. Зря я взял провод. Здесь есть у меня, наверное, да? Нужный. Хорошо, что не надо заполнять путевые листы. Это раз. Но с другой стороны, сейчас в проверке в Нижнем мне тут Санька звонил. Сань, привет. Так, крышечка. И таксерские машины все останавливают. Она у меня обклеена. Вот я к чему. Проверяет на ГБО. Штраф-то бог с ним, говорит, маленький, а вот потом на следующий день надо показать с исправленным. Так, ну что, снимаем камеру. А как ее снимать-то? Кстати, ребят, подключил Реал Такси, кому интересно, ссылочка в описании, тоже у них моментальный вывод. Мне понравилось, что у них есть доставка своя, хочу попробовать в Нижнем. Так, а кто знает, как мне в аэропорту, на девчонку, а кто знает? Да, а кто знает? А кто знает? Может, сейчас с какого-нибудь Сергача в Нижний как сработает. А может, в Сергаче Яндекс Такси работает. Вот хочу проверить, ребят, все. Потому что, ну, кататься в Нижний смысла не вижу. Сегодня едем, так сказать, просто проверить. Вот здесь дорога вся подсохла.
А весной машину прямо тут оставляли, тут пешком надо идти, жена говорила. Кто знает. Что, ребят, сейчас, наверное, выключаюсь. Как будет что-то интересное, буду включаться. Я думаю, что вид русской деревни российской вы все видели. Даже дорога тут есть, вот асфальт. До Нижнего Новгорода где-то 180-200 километров. Но опять же говорю, это меня не пугает. В планах нету ездить туда каждый день. Хотя, если какая-то постоянная найдется, или клиент, или развоз какой-нибудь, почему нет? Ребят, вот за что я люблю Нижегородскую область, а именно Лысковская область, как я ее называю. То есть вот этот Лысково, Сергач, Княгинино, Уразовка, Гагина. Вот посмотрите вперед, я не знаю, как камера передает. Просто просторы, слева просторы, прямо вот, понимаете? Вот сколько лет я тут катался по разным, по работам, не по работам. Блин, я просто балдею от этой стороны, смотрите. Так, ну что, объездная Сергача. Дорога пустая, блин, 140-130. Газ вылетает в трубу, наверное, но невозможно медленно ехать. Нижний Новгород, 142 километра, но вот и все. Все быстренько, 60, даже 80 километров проехали буквально за 25 минут 40. Толба. Раньше здесь висел муляж камеры, потом любили стоять гаишники. Но что-то, по-моему, у меня на памяти не изменяет. Поставили камеру на скорость уже здесь 40, полтора километра. Камера. Ограничение 40. Угу. 500 метров. Вот на этом столбе висел муляж. Видите, сейчас уже с проводами, уже с датчиком. Все. До Лысково, до работок вообще можно ехать хоть 150, только смотри, чтобы гаишников не было. Сотню за час проехать по-любому. А вот дальше-то дорога может все полтора часа занять. Проеду через Княгинино, а не по объездной. По местам боевой славы. Тут банкоматы я тоже ремонтировал. Сейчас у Макса где-то тут Княгининский молокозавод. Где-то здесь у Макса должен быть дом. Если я не забыл. Главное, семерка. Что же Мерседес стоит? Посмотрим, если вообще что-нибудь стоит. По вечерам обычно дом приезжал, делал. Нет, ничего не стоит. Где его дом-то вообще? Ага, окошки поставил, гараж сделал, стоит. Ну-ка, мы сейчас заедем. Короче, Макса нету, может, в огороде. Орал его. Нормально, он так окошечки вставил, заборчик сделал, гараж, ворота. Ну да ладно, едем дальше. Опа, ребят, появились бонусы по городу, вот в Княгинино. И Лысково, Княгинино, 100 рублей, заказы от 80 с 0 часов. Еду такой, думаю, блин, а путевой лист заполнен, а здесь же не надо никаких путевых листов. Вот видите, даже мобильную засаду показывает, он стоит, красненькая машинка. Какая-то. Nissan. Камер нет. Спасибо, поехали дальше. Ну что, сейчас выезжаем на Казанку. Блин, тоже такие у меня воспоминания. Как встрянешь в пробку, особенно летом. Жара, ремонт дороги, все едут. Это был капец, ребята. Так, тут еще выехать надо, нормально. Слева пусто. По-моему, здесь есть серединка полосы. Ага. Там сзади нас прикрыл этот сам грузовичок. Время у нас 18:23. Я думаю, что так стоило еще минут 30-40-30. И я даже не знаю, как я буду разговаривать на камеру, потому что я такой
окно. Вот я еду, смотрите-ка, здесь какой-то ремонт. Что-то будет, наверное. Вот я еду, короче, такой, да, веселый весь. И сейчас как по 56 рублей будут заказы. По-моему, моя веселость кончится. Блин, неужто тут что-то расширять дорогу будут, офигеть. На дешевой заправке, ребят, газ 24,90. Это по сравнению с тем, что 28-то во всей округе. Вот это я понимаю. Кстати, в этом, там, где я живу, тоже 28, она одна там. Сейчас на Ирбисе посмотрим. Ну, на Ирбисе, наверное, 27,50, скорее всего, что-нибудь такое. Ну, а, и, кстати, напротив Эска. Обратно, если поедем, может, там заправимся, глянем. То есть тут такой этот, что, нет газа? А, 26,99, ну, 27 нормально. Добро пожаловать, шуру-муру проливали. Сейчас спросим, там дотянется. Что там, ремонт что идет? А туда дотянется? Угу. Ребят, я как всегда приехал, думаю, что я приехал. 119 кофе, подешевше, чем везде. У меня баллы есть. И всего на 600 заправился. Ну да, 600 сюда. А, ну я там еще ездил. 600 сюда, 600, может, и 1200 выйдет. 600 туда, 600 обратно. 200 километров я проехал. Я к чему? Я к тому, что надо работать, а я не хочу. Так, стоп, осталось здесь немножко. Так, почему нет доступа, я что-то не пойму. Ребят, немножко камеру опустил вниз, конечно, панели много захватываю, но я вот думаю, что мне важно, и вам не мою болтовню слушать, а видеть, какие заказы приходят. Вичак, на котором вечная пробка тоже. Кстати, включены все тарифы, что-то не знаю, даже доставку-то возить нет. Интернета. Вот так вот. Я прям даже боюсь, блин, этого заказа. Вот и первый заказ. Кстово-Бристоль. 4,6 километров берем, потому что по пути. Поехали. Прямо 4 километра. Въезжаем в Кстово. Вот уже и 1,8 километров. А, по-моему, Бристоль за аквапарком, что ли, там. Хер его знает. Ну, в общем, кстати, аквапарк, интересно, достроили на Гагарина. Огромный там строили аквапарк. Долго. И там будет что-то Сбербанк, что ли? Следующий. Заказы идут, да? Да, заказы, я не всегда есть. Уже дело в стоимости заказов, а не в количестве. Да, все, хорошего, девушка. Тут 14 рубенов, куча человек. Ладно, и по пути пришел другой заказ. Господи, ребенок 4 года. 3-4 подачи. Это куда вообще? Прямо ехать, что ли? Ну, вообще, может, что-то дальнички попадутся. Вообще нормально. И включу я Бла-Бла-Кар, потому что с 6 вечера автобусы не ходят. Может, кого-то в сторону Лыскова довезу. Главное, ребенок 4 года. А чего ж ты тариф детский-то не вызываешь? Сейчас спрошу, кстати. Там мне скажут, а что ж ты везешь, да? Вот поэтому не вызывает, потому что такие, как вы, возите. Ну да, вожу. Ну надо же помочь девушке, может, у нее денег нету, а доехать надо себе. Кстати, 114 рублей было, по-моему, за 7 километров. Значит, маловато, я считаю. Ну ладно, что, это ж я считаю. Чудно. Блин, башка все кружится, я не понимаю, то ли что-то со мной не так, то ли этого климатизация все-таки в Сочи-то говорят, воздух более насыщен. Не знаю. Старое Кстово, что ли, я не понимаю, куда я еду вообще. Чудно. Так, 600 метров, и мы сейчас спросим, может, это везетовский заказ, но они могут указать, что ребенок. Да?
по сути-то. Через еще пацану и бросим. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Здравствуйте. Нам назад, да? Ехать? Нет, там. А там уже вы. Дорога, конечно, здесь ужас. А вы что детский-то не вызываете? Там же как бы типа ну, положено. Я не знаю, как там вызвать. А вы через визит вызывали, да? Нет, или Яндекс? Яндекс. Ага. Ну, просто гаишники ведь остановят 3000 штраф, ну смысл этого всего. Я уже думал, может, дома людей денег нет, надо помочь. Так а там это можно вызывать детский? Да, там вы указываете детский тариф, он всего стоит троллей на 40-50, по-моему, дороже. Ага. Вот. Ну, во-первых, видите, это безопасность, во-вторых, по правилам. Потому что ну, тоже водители вот так рискуют, гаишник какой-нибудь попадется. И за 100 рублей вот 3000 штраф получать. Там до 7 лет, по-моему, раньше хоть бустер можно было, а потом бустеры тоже. Ну, что-то сказали, что это уже не катит. Вот. Ну, сами смотрите, просто имейте в виду. Я даже, мне жена, когда вызывает, я говорю, блин, не ставь, говорю, водителя в неловкое положение. Вызови ты детский, говорю, там чуть-чуть заплатишь-то побольше, зато спокойно в кресле с ремешком. Это все равно дорога. Вот там по трассе Лер ехали. Да. Нет там гаишников. Нет. Да, я уже доедем, дай бог. Я про это думаю. Ну, через теплицы ехать. Все-таки, понимаете, что? Все-таки, блин, кто-то выходит. По Нижнему Новгороду мне не нравится таксовать почему-то. В Ростове вот было как-то интересно. Ну я потому что коэффициенты приехал. В Сочи даже вот с плохими ценами как-то интересно, потому что сам факт ты в Сочи. А здесь, короче, блин, ладно, спокойствие. Я как бы не собираюсь как бы акцент делать на такси. Я хочу работу, если что, найти какую-то по доставке, может, что там у себя в колхозе, да? Ну кто его знает. Так, ребят, нам надо 1200 хотя бы, чтобы купить газ до дому. И потом включим еще... Или давайте сразу Блаблакар сейчас включу. На Сеченово. В Сеченовском районе я живу, на Сеченово. 200 километров до туда. Все. Гарантия-то до 5700, 140 рублей за заказ. Но у меня активность, я ее в Сочи уронил до 50, так что мне ничего не светит. Все включаем на линию. Поехали. Вот такое видео заколебусь вырезать. Видали, что творится. Школьная улица. 1,2 километра 4 минуты. Мне бы хотя бы в ноль сегодня уехать. Я уже не говорю о заработке. Так, смотрим. Кто нас ждет, куда мы едем и за какую цену. Поверните направо. Спасибо. 211 рубенов. Ребята, это жесть. Видите, у меня активность меньше 90. Сюда-то мы заехали нормально, а теперь развернуться мне только на посту на Кстовском. Ну что, опыт тоже. Сейчас переклинит, я в Сочи уеду. Обратно домой, короче. Не, ребят, Сочи это кайф. Там море, там больше сил как-то
позитива, все равно, что ты в городе курорте, что ты в Сочи живешь. Но домой-то надо тоже приезжать в отпуск. Все в отпуск в Сочи, а мы в отпуск домой. Уфа 898. Так, вот горит у соседского дома. Ярко так. А вон там дальше, видите, светится. У другого соседского. У меня темно, а столб стоит. Так что надо тоже. Потому что, видите, вот сейчас пойду. Темно, однако. Все по-деревенски. Опять что-то ключ стал не подходить. Я уже сегодня заметил, что за фигня-то. Сейчас не попаду, блин. Будет прикол. Угу. Лиса. В общем, ребят, что я хочу сказать. Свои впечатления. Во-первых, если кто-то досмотрел этот ролик до конца, спасибо вам огромное. Так, интернет есть, да? Что мне тут? Это чисто мое впечатление. Я не говорю, плохо это или хорошо, да. Почему я сегодня поехал в Нижний? Потому что я в любом случае хотел съездить, посмотреть, что по такси. Я понял, что без вариантов. Я посмотрел, звук работает или нет. Мне там как не нравилось, так и не нравится. Вроде цены такие же, да, но по Сочи как-то само ощущение, вот для меня лично просто, какой-то вот Сочи город, праздник, да. Пусть глаз замыливается, но там как-то это все не так раздражало от внутреннего ощущения, что ты в Сочи. Наверное, так я скажу. Потом, значит, сегодня один пассажир попался, опять это не значит, что все такие. По чаевым. В Сочи, хоть и даже местные, бывает, зажимаются, но они знают, что можно доехать за 120, а летом они будут ездить по 350. И поэтому они, вот мне попадались такие пассажиры, там 123, 150, 200 отдавали. Здесь же сегодня была какая-то поездка, прям он, ой, вот сдача. Я понимаю, я не осуждаю, да, я всегда сдаю сдачу, это их не право, потому что есть цена, я за нее везу. И, в общем, мне вот 3 или 4 заявки я сделал, мне не очень понравилось. Хорошо, что я съездил сегодня, завтра у меня я день посвящу другим более важным делам, да, а не потрачу его целый день на поездку. Я вечером съездил, посмотрел, вернулся. Да, 400 километров впустую, ну как впустую. Какие-то свои дела все равно сделал, посмотрел, что такое Яндекс.Такси. Снял ролик, еще его только смонтировать, время у нас 23:15. Так что, кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, колокольчик, там, кому интересно, что будет дальше происходить. Честно, ребят, у меня тоже особо, ну, нету в загашнике 500 тысяч, что я тут вам пудрю мозги, да? Ага, он все знает. Нет, я просто показываю свою жизнь. Кто меня смотрит давно, тот знает, как я мечтал о доме. Многие меня даже родня, там, родственники какие-то там, знакомые отговаривали, ты не сможешь, это тяжело, там, ну, там, типа, капец, ну, да, согласен, наверное, так и есть. Но пока сам не попробуешь, не узнаешь. Не хочу я опять куда-то ехать. Да, в Сочи, да, сейчас будет заработок, да, но опять не факт. Случится может все что угодно. Яндекс переменит правила, там доедешь, не доедешь, найдешь, не найдешь, получится, не получится, это мы все узнаем потом. А сегодня, то, что есть сегодня, всем здоровья, самое главное, берегите близких, все-таки как хорошо, когда они рядом. С вами был Денис, вы на канале «Чтобы выжить», пока-пока.